Всем привет, мои умники, с вами Бодя. Да, наконец-то у четкого пацы вышла новая пародия Матери Божьей. Ага, и эта пародия на время и стекло Е-бой. Честно говоря, я не смотрел оригинальный клип «Время и стекло», вот этот вот, но мы в любом случае сейчас пойдем посмотрим пародию от четкого пацы, потому что все знают, что у него, ну вот даже без преувеличения, ну лучше пародии, чем... Господи, я не могу повышать тон, потому что у меня болит горло. Лучше пародии, чем, ну короче, у оригинала. Поэтому погнали все вместе, сейчас посмотрим эту пародию. Стоять, извините меня, пожалуйста, сейчас очень важная информация. Займет она буквально 30-40 секунд. Если что, следующее видео выйдет сегодня по поводу сходки. Во сколько она будет проводиться и где? Я хочу узнать, что она будет 15 августа в Москве. То есть через полторы недели буквально. И выйдет сегодня видос, вот, где именно и во сколько она будет проводиться. Да, вот, вы поняли. И если что, я вас прошу, можете, пожалуйста, ставить колокольчик на видосике, а то вы постоянно спрашиваете: Богдан, почему мне не приходит уведомление? Вот теперь я вам объяснил. И если хотите, то можете подписываться на канал, но это ваше дело. Так что погнали с моей четкого пацу. Так, ладно, у меня сердце. Погнали. Да, сердце у меня есть. Тихо, тихо. Господи, у меня так сердце! Охренеть, уж. Ладно, все, я спокоен. Раз, два, три, четыре, пять. Треба всех порахувать. Иванько, Шишок и Крысин. А давай, Экстер, вашу мать! Катя! Эти парни, получается? Маленько, я твой пистик, ты. Ты чинка. Ай! Я вообще сюда случайно підійшов. Ага. О, дивіться, що я для вас знайшов. Як мене ви всі заїд? Господи, они все ее подкупают просто котлетами, сосисками и колбасой. Тут, тут роблю я, ага. Но через пару дней, аллилуйя, змины кинет, до свидули, отряд. Кто может позовить? А, все, я отряд, все, я понял, она вожатая. Кто может позовить, это призик? А шо вот за кипиш тут такой? Саня, сегодня же дискать. Е-бой. Пальцами сжимать Маринку в темноте, в темноте. Раптом в области ширинки щось проснулося в мені. Витулися, заспокойся и поправ рукой. Е-бой. Там же видно, если ты рукой поправишь. Чего ты постоянно такой? Поруч с малой я втрачаю контроль. Отбой! Отбой! В смысле? Отбой! Почему отбой? Отбой, отбой! Отбой, я сказал! Че, уже спать? Отбой! Не, ну отбой, так нечестно, типа. Отбой! Отбой! О, красав, ну хоть додумался! Офигенная вожатка не в моем отряде. Жалко. Один вопрос покоя не дает всем нам. Кто ж вожат цю и. В майці спотлягай, щоб не було холодно. Що такий худий? Тебе що не кормить тут? На візьми з собою, синок, трохи сала. Господи, я не успіваю читати субтитри. Ні, я успіваю читати, но я хочу за картинкою ще слідити. Як мене це все заї... Я уже не маленький батя, я уже знаю, что в них без батя. Вы представьте, они целый дискач там сняли, чтобы снять пародию. Я... Меня больше от этого в дрожь увозят. Ой, я уже не маленький. Вони, я один встаю вранці. Кошмар! Ага. Я би так сказати помягше. Люблю пацанів, я постарше. Сорян. Слухай, Саня, ти не розпускай соплей. Мой тобі совет, забей. Забей. Пальцями сжимаю пасту. В темноті, в темноті. Ох, Мариночка, напрасно відказала ти мені. Будем зажигати ми під Саня. На рабой. Будеш знати, як топтати любов. Я прямо ща тобі вмажу ляща. Мы, кстати, так тоже делали с отрядом ночью, друг другу пасту просто на голову намазывали. Но бывало один раз, когда там просто взяли, я не помню, что, батончик что ли? А, нет, шоколадку просто взяли и всю простыню обмазали. А потом сказали что на утро то, что ты обосралась. Ну, типа ночью. Ой! Отбой! 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 Да почему она ломает весь кайф у всех? Кто-то в игры играет, кто-то вон в ванной. Да, кто-то, кто чё, она просто ломает кайф всем. Отбой, я сказал! Отбой, отбой! Отбой, отбой! Отбой, отбой! Отбой, я сказал! Отбой, отбой!
Я, кстати, успел посмотреть еще эту оригинальную, то есть Е-бой. Там совсем все иначе, там вообще извращение, если честно, какое-то. Ну, типа, клип извращенский получился, вот где время и стекло, Е-бой. Ну, оригинальный. Ой. Ну это, знаете, такая типа, сейчас. Ну в отряде мы такого не делали, конечно. А, ну ясно, 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 это уже типа пошла реклама, да? А, не... Ладно, я думал, это реклама. А зачем ей пистолет-то? Обоссался все-таки. Ну ладно, бывает. Не, не я, конечно, я имею в виду то, что там в пародии. Но... ладно. Ну что можно сказать по поводу пародии? Знаете, она такая спокойная. Ну не в прямом смысле спокойная, а вот минусочек очень такой спокойненький. И смотреть можно. И при этом смешно получилось. И все вот прям в норме. Ладно, давайте спецэффекты для начала. Вот по поводу пародий. Если считать то, что сейчас у Четкого Паца получилось, и с оригиналом, то это абсолютно разные вещи. То есть, да, это пародия может быть, но я видел оригинал, там все абсолютно по-разному. То есть там вообще извращение какое-то получается. Но я даже досматривать не стал. А здесь как бы показывает про, ну, то, что происходит в отряде. Ну, правда, у нас там не чересчур уж прям ванной таким не занимались. Потому что мы еще не такие взрослые. Вот. И если уж говорить по поводу этой пародии, то она получилась и смешная, и такая спокойная, не знаю. Только меня больше удивляет, почему вожатый решил купить пистолет. Неужели там все ее так задолбали? И она постоянно хотела отбой сказать и говорила это. И не давала нормально всем потусить. Меня это взбесило даже. Поэтому пародия получилась офигенная, но потусить не дала она им. Поэтому, если вам понравилось... Это пародия. Ты можешь поставить лайк, подписаться на канал. Но это ваше дело. Я никогда никого не заставляю. Ссылка на Инстаграм и ВК. Я их активно веду. В описании. Поэтому, четкие пацы, наконец-то мы дождались новой пародии. И я, по крайней мере, доволен. Поэтому спасибо огромное, то, что посмотрели для этого момента. И всем пока. Да.